привет! А сегодня уже 29 апреля. Я снова приехал на Майдан Независимости, чтобы оценивать ход строительства центральной фан-зоны. Сзади меня находится арка Дружбы народов, которая также подверглась улучшениям для грядущего события. Арка становится цветной, и теперь она напоминает радугу, правда, пятицветную. За моей спиной находится метро, а с этой стороны будет фан-зона. Напомню, фан-зона будет размещена не только на Майдане Независимости, а еще и на Софийской площади. Но фан-зона, которая за моей спиной, будет считаться основной, центральной и самой большой. Центральный универмаг также подготовился к Евровидению. В каждом окне расположен флаг страны. К сожалению, таких окон 40, а стран 42. И интересно, какие две страны не попали в эти окна. На каждом стекле напротив флага страны написано «Добро пожаловать» на языке каждой страны. Но техническим партнером является не ЦУМ, а Гулливер. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что уделили время моему видео. Сегодня я вам показал, на каком этапе находится строительство центральной фан-зоны. Завтра мы снова с вами сюда приедем, и я вам покажу, что на Майдане будет уже завтра. С вами был я, Вова Гура. Увидимся. Пока-пока.